Приветы. Мы продолжаем проходить Dead Space 2. В прошлой серии мы с вами встретились с боссом, надрали ему егошнюю, так сказать, пятую точку и продвигаемся далее. Окей, а что у нас, кстати, по заданию? Как там у нас вот задание здесь смотреть? Так, встретиться с командой Дианы без проблем. Не знаю, кто эта женщина, но без ее помощи я бы не прошел так далеко. Вопрос не в доверии. Она помогла мне выжить, вот в чем дело. Она говорит, что у нее есть лекарство от галлюцинаций и способ сбежать со станции. Я намерен встретиться с ней, в конце концов, терять мне нечего. Это да, утюха. Ну ладно, поехали. Что мне скажет игра? Окей. Что-то я даже ничего не закупил, да в принципе мне и не надо. На-на. Здравствуйте. Дэйн, тут один псих все пытается связаться со мной. Я его видел в госпитале. Нолан Сторм. Он был подопытным в эксперименте, как и ты. Да. Как он там оказался? Что ему нужно? Он психопат, Айзек. Держись от него подальше. Он убил собственных жену и ребенка. Ладно, понял. Хрена себе! А нафиг он мне такой тогда упал вообще? Тусуемся. Тусим. Тусим вместе. А у меня хилок нет. А мне хилки надо искать. Так, бабки собираем, потому что денежки нам понадобятся. А нормальный там, слушай, расколбас. Прикольно тусуются мужики. Ну или кто там тусуется. Короче, ребята, нормально там тусуются. Иди сюда. Блин. Кнопки опять перепутал. Ну ладно, не проблема. Не проблема. Продолжаем движение. Так, текстовое сообщение. Скорее читать. По пути Альтмана. Обращение к последователям Майкла Альмана. Прикольно. Дети обелиска. Чаша нашего терпения переполнена. Комитет не прекращает своих подлых атак, грубо нарушая наше право молиться так, как мы считаем нужным. Продолжительность служб в нашей церкви была урезана. Пожарная охрана ограничила число прихожан, присутствующих на молебнах. Нас заставили выпрашивать разрешение для распространения религиозной литературы. Все это плохо скрытые попытки заглушить правду. Нашу правду. И попытки совершенно безуспешные. Нечестивые, недальновидный, безответственный и безнадежный путь, которым пытается вести нас комитет, оканчивается тупиком. Тупиком, из которого может вывести лишь юнитология. Тупиком, который никогда предвидел Альтман и поручил нам священную миссию стать поводырями к свету. Приготовьтесь, братья и сестры. Воссоединение грядет. Дебилы, а? Ну ладно, у нас тут очередной взлом, судя по всему, пахнет. А там сверху больше похоже на материнку, кстати. И то. Бинго. Поехали. Работаем. Ну я же инженер, ё-моё. А вот то, что у меня ХП нету, это факт. Ты ведешь меня к жилым кварталам. А это место похоже на центр вербовки юнитологов. Я правильно иду? Да, там должен быть старый инженерный туннель, который выведет тебя через мусоросборник прямо к башням Кассини. Будь начеку. Вот, спасибо. Эти же юнитологи психи, блин, ненормальные. Так, текстовое сообщение. Церковь юнитологии, станции Титан. Отчет о вербовке перегибов. Приближенный десятинный статус, полная доля. За последние несколько недель объем наших вербовочных операций значительно снизился. Безусловно, это результат клеветинской кампании комитета, который выставляет нас в прессе в качестве авантюристов и бунтовщиков. Регенты церквей Венерианской, Вейпорта и
обсерватории Гелиопаузы намерены сделать заявление в конце этой недели. Это будет стратегически верно. Дополнительные средства на информационное противодействие будут направлены отделу по связям с общественностью. К сожалению, увольнения среди сотрудников СЭС негативно отражаются на наших целях, и по сравнению с прошлым годом недобор составляет около 30%. Гиба, конец связи. Прекрасно, обожаю. Вот правильно, вот это, кстати, хорошо. Так. Спокойно. Опа. До свидания. Но мне кажется, я должен был попасть пацану, как... Успокоились. Четко. Ух. Красиво. Че ж из вас не падает-то ни хрена, а? Почему вас обязательно надо давить? Так, ну мне, судя по всему, в этот надо шахту. Какая разрушаемость, слушай, ну-ка. Хорош. Силен. Так, тут у нас что-то лежит. Здесь у нас лежит боеприпас. Извини, но мне с тебя нужен лут. А лута нету. Ну ладно. Крушить, ломать, Халк уничтожать. Что-то тут все искрит. Ребята, вам бы инженеров, что ли, вызвать, а то у вас тут это... Все очень плохо. Полезли. Окей. Погнали. Так, тут бы ПНВ на самом деле. Так, кому сразу же морду бить, признавайтесь. Че, разве некому? Жестко. Да мне хилки дать. А чё, кстати, хилки-то перестали сыпаться? Алло. Так. Контрольный выстрел на всякий пожарный. Так, дай-ка мне. Нет, ты мне не нужен. Спасибо. Можно вытирать лезвие стропов и стрелять ими в них. Смотрите. Вот. Эта уловка продлила мне жизнь на 3 часа. Видите? Их же оружием. Увы, я истекаю кровью. Меня тут хорошо. Подожди, а чё игра такая громкая стала? Ну-ка, чё за фигня? Так, голоса давай на чирик. Эффекты тоже до 40-то уроним нахрен. Тут чё-то как-то громко слишком. Надеюсь, это вам поможет. Кто бы вы ни были. Ну ты, чувачок... Даешь, я это и так как бы знал. Так, мне наверх, а я пойду вот сюда. Ага, здесь закрыто, я понял. Так, ладно, берем палку и погнали. Так, кто первый? Есть желающие насадиться на палку? Ну и ладно. Так, опа, верстак. Это хорошо. Сейчас будем апаться. Да блин, я ж тебя сделал потише, игра. Ты чё такая громкая, бляха-муха. Так, давай. Сколько у меня узлов есть? А у меня только один. Давай X. Давай и. Так, X я прокачал. Это хорошо. Плазменный резачок. Резачок, резачок, резачок. Перезарядка специальные какие-то. Смотри, я могу объем увеличить, а потом ущерб.
Тут тоже, кстати, вот давай вот сюда вот в объем пойдем. Работаем. Пинч. Так, сейвимся. Так, отрубаем нафиг. Четко. Работаем. Так, где эта хрень, кстати? Спасибо. Ёпт! Ты чё, сволочь? Нормально. Следующий. Ну, походу, нормально сработали. Хилка! Топчем, 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 топчем. Айзек жесткий. Офигели, получай. Красавчик. Правильно, так и. Так, работаем. Зона невесомости. Ага. Ух ты. Работа, это мое. Так, по-моему, Ctrl, да? Вот оно что. Так, есть что-нибудь? Еще? Нету ничего, ну и ладно. Работаем. Неплохо. О, здорово. Ты что тут летаешь, чувачок? Так, тут-то у нас есть ничего, мы тут что-то надо включить. Кастацион, ага, это засор. Что-то я включил. Да что ж ты такая громкая, это ты, зараза, ты заколебала меня, ну честное слово. Так, и чё я, мне надо туда или нет? Да, мне надо туда. Ну чё, погнали. На-на. Хорошо. Нажмите Z. Ага. Так, мне либо направо, либо мне в ту трубу наверх надо. Нет, мне сюда все-таки. Так, паркуемся. Я ж правильно иду? Да. Так, кто выключил свет? Алло. Вы чё на? Я вам сейчас это устрою. Алло. Вы чё на? Какая сволочь первая у нас прокиснет? Есть такие? Чё там лежит? Бабос. Ну и? Кто первый? Здорово! Да, я очень меткий, я знаю, спасибо. Так, какая сволочь это сделала? Я это уже сделал. Так это ж магазин. А чё магазин-то не работает? Фу. Прикинь, магазин не работает. Так, тут... У тебя контрольный, сволочь. Магазин не работает, грустно. Ну и ладно, пойдем. Но я, по сути, правильно пока иду. Так, что у меня по луту? Пока работаем.
Так, силовой рязычок, о, силовой узелочек, конечно же, забираем. Так, что тут у нас имеется вообще? Так, задание выполнено. Мне надо туда, значит, я зайду сюда. Как я вас ненавижу, а? Маленькие швали. Опа, текстовое сообщение. Поехали скорее читать. Текстовое сообщение от Салли Хеннон. Кому Мэрион Хеннон? Сестры, что ли? В общем, Мэрион, это Салли. Ты найдешь это сообщение, когда придешь за моими оставшимися вещами. Я старалась ничего не забыть, но вокруг происходят удивительные дела. Перерождение случится очень скоро. Как они и обещали, это особый случай, выпадающий раз в жизни. Вернее, раз за миллион жизней. Они говорят, что мы готовились к этому событию еще до того, как стали людьми. Представляешь, насколько особенными мы себя чувствуем? Мы те, кто увидит все своими глазами. Я так взволнована, что у меня мурашки идут по коже. Меня даже знобит. Все, мне пора. Церемония начинается через полчаса, и я не хочу опаздывать, пока, сестренка, люблю тебя всем сердцем. Приходи, присоединяйся к нам. Все, пока. Салли. Тысяча. Ну, на самом деле, у этих юнитологов мозги промыты. Ну, это, конечно, забей. Спокойно. Что это за говно? Мне послышалось или я услышал? Айзек. Я явно что-то слышу. Но только вопрос. Опа. Мини-обелиск. Классно. Это мое. Тут больше ничего нету. Так, хорошо, заходим. О, глюки. Жестко. Да, что-то Айзека у нас глючит прям не по-детски, судя по всему. Не есть круто. Так, хорошо. Куда мне там дальше? Мне в эту дверь. Хорошо. Мы не идем в эту дверь, мы идем сюда. Мы идем искать. Пригодится, думаю. А, и все, что ли? Тьфу. А я-то думал, что-то полезное будет. Нет, оно не будет полезно. Ну и ладно, короче. Так. Угу. Дэйн, солдаты Тейтмана меня нашли. Они летают со мной на каком-то штурмовике. Ты почти дошел, поспеши. Хорошо, двигаемся. Ты че на? Вот предстал, придурок, а? Так, хорошо, мне туда, я пойду сюда. Я здесь ничего не увижу, поэтому я пойду на лифт. Убедили. Уговорили, короче. Вообще, я хочу в магазинчик заглянуть. Хочется немножко прикупить это, новый костюмчик. Хотя мне, в принципе, этот вполне устраивает. Ну ладно, разберемся. Так, предлагают сейвнуться. Слушай, я не откажусь, это хорошее предложение. Я соглашусь, пожалуй. Принять. Окей, все, спасибо. Так, мне туда. Хорошечно. Так. Такое чувство, то, что здесь сейчас какой-то бой будет, в который я бы не хотел бы на самом деле участвовать. Но у меня выбора нету. Умри, падла. Че такое? Кто? Ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бляха.
Хиляемся. Нормально живем. Сволочь. Ты чё, гнида? Ах ты ж сволочь! Ну-ка на! Ты чё, скотина? Ты видел? Ты видел, что он исполнял, да? Прям при мне в наглую просто начинает резать своих этих аутистов. Чё? О! Хлам на продажу. Классно. Не понял. Чё с фало-то? Вот ведь... Сволочь! Опа, фотка. А, фотка непонятна. Так, чё там такое? Дротики. Неплохо. Схема получена. Загрузится в магазин. Мне магазин сначала найти бы надо. На самом-то деле. Падла. Ненавижу их, а. Не понял. Не, по патронам, в принципе, нормально. Вот. Лютой ненавистью ненавижу вот этих вот сволочей, которые это резают этих некроморфов. Нахрен они усрались-то? Так, не понял, что за фигня? Это Тейдман, он нашел тебя! Церковь, быстро! Куда дальше-то? Глава 4. Это одно из немногих мест на станции Титан, куда у Тедмана нет доступа. Разделение церкви и государства. Нет, Дейна, мы не должны сюда соваться. Куда угодно, но только не сюда. Айзек, мой брат погиб, пытаясь спасти тебя. Это важно. Ну, спасибо. Все получится. Наверху в церкви есть одно безопасное место. Встречаемся там, ладно? Ой, так. Улучшенный лок... А, ну понятно. Чё? И кто разрешал, Говна, кусок. Получай. Вот я согласен. Сдохни. Все, нормально. Работаем. Какая сволочь. Так, я понял, это, видимо, внизу, тут просто что-то со звуком. Да, да, да. И чё, мразь? Вопрос, нахрена мне дротики? Упс. Сдохни, падаль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, так, меня сосать не надо. Сосать не... Я не хочу с тобой сосаться. Отстань. 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 Ты чё? Хорош. А, это палка. Так. Так, ты, говна, кусок, мне ничего не дашь, хорошо. А ты? Хилка. Хилка. О, хилки пошли, наконец-то. Стоило сказать, что-то хилок нету. У меня инвентарь полон. Юзаем. Сволочь. Мразь. Ненавижу их. Не, ну а чё? Нормально. Так, ну понятно, мне туда. Так, тут что у нас есть? Тут у нас ровным счетом ни черта нету. Хорошо. Вливаем. Угу. Церковь юнитологов, блин, дебилоидов. Так, ну мне туда, понятно, но я пойду сначала вот сюда. А че я сюда пришел?
Ладно, пойдем, короче, куда ведут. Куда ведут? Сюда ведут. Чё? Чё? А чё делать-то надо? Ага. Ага. А, все, понял, не дурак. А, все, понял, спасибо. Вы что, обсосы? Оп, да. Забузгаю вручную, сволочи. Так, тихо. Не-н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 е. Хаваем хилку. Нормуль. Мразь. Конченая. Ненавижу вас, уроды. Так, хаваем хилку. Забираем хилку, все. Работаем. Тыц. Мне так холодно, Айзек, и так больно. Куда ты бежишь? От боли невозможно убегать вечно. Очень скоро ты начнешь умолять, чтобы все закончилось. Слушай, не да, Николь, иди куда-нибудь нафиг. Не, на самом деле, скорее всего, за эти глюки отвечают эти. Отвечает этот сам обелиск, и скорее всего это просто обелиск меня, это мозги мне компасирует. Сволочь такая. Так, ну понятное дело, куда мне? Схема. Костюм охранника. Ага. Че это за говно? Где отсюда? Так, работаем. Вперед. Главное, чтобы... Вот самое главное, я вот когда ползаю по вот этим вот трубам, меня больше всего напрягает моментик такой. Как будто сейчас я вот, ну, когда особенно с поворотом. Вот, вот это меня напрягает. Так, иди нафиг. Николь, иди в жопу. О, как. Так, это мое. Силовой узелочек мы забираем. Так, мне в дверь. Тут еще что-то вот лежит. Тысяча. Неплохо. Работаем. Так. Ага. Так, мне надо в ту дверь. А это у меня... Непонятно, короче. Ладно, бежим далее. Так, это мой... Опа, видел кого-то. Видел. Так, здесь у нас что-то запасы. Четко. Поехали. Ой, сейчас будет босс-баттл. Да без... 750 патронов, нормально. Так, куда нам? Налево. Хорошо, двигаемся. Кто че хавает, алё? Вы че? Так, ну по прямой мне не получится, в любом случае. Сейчас будет драка какая-нибудь, да? Опа!
сломала дверь. Держись, я попытаюсь открыть все выходы в этой зоне. Поторопись, тут точно что-то есть. А может, не надо? И чё? Куда мне? Я ж где-то слышу, сволочь. Ты чё на? Ай-яй-яй! Согласен. Готов. Иди нахрен, пес. Что это за говно такое скоростное, блин? Айзек, я не могу разблокировать. Ты там сам можешь что-то сделать? Хорошо, я попробую. Отлично. Как только запустишь его, направляйся в похоронное крыло церкви, а затем вниз в усыпальницу. И запомни, важно, чтобы ты не... Нет, нет, комитет не может глушить нас здесь. Только не здесь. Дейна, Дейна, важно, чтобы я не что. Ага, классно. Так, работает. Последний момент. Жестко. Не, ну чё, пошли новые эти у нас. Как его? Некроморфы новые погнали. Великолепно. Ладно, тратим пока вот этот боеприпас. Тем более он зырь. По КД просто боеприпасы сыпет. А мне надо сюда. А тут-то есть что-нибудь, кстати? Силовой узел. Берем. Это нам пригодится. Даже. Причем три. Так, мне надо прямо, я пойду в комнату Акведука. Опа, хилка. Опа, хаваем. Опа, забираем. Отлично. Так, здесь какой-то месседж. Аудиожурнал. Поехали. Работаем. Ой, так же. Так, хилку я лучше заберу. Мне патроны на самом деле эти, ну, нахрен не упали. Я лучше возьму хилочек и буду с собой хилки таскать. Ну, его в баню. Так, работаем. Хорошо. Куда нам тут идти-то надо? В эту дверь не пойду. Чё тут у нас? Непонятно. Ладно, пойдем тогда туда, куда ведут. Так, хорошо. Хорошо. Куда собралась, сволочь мелкая, мелочь пузатая, блин. О, хилка, вкусно, кушаем. Лут гони. Хилочка упала, ну ладно. О, кредиты, это мы заберем, кредиты нам пригодятся. Так, еще кредитики, хорош. Так, да, нам в лифт. О, ты чё, сволочь? Ты чё на? Я тебя так ушатаю. Ты чё на? Согласен с тобой, согласен, Айзек. Закарали. Спасибо. Работаем, поехали.
А чё, где магазин-то у нас ближайший, алло? А, ну, нет, я, конечно, понимаю, что магазин можно найти с помощью локатора. Но я не хочу. Немножко подхилимся. И чё? Хреново то, что... Знаешь, чё? Вот то, что, типа, улучшаемые пушки, да? Улучшения не на все вариации оружия идут. Вот это, блин, меня немножко печалит. Поэтому буду ходить... Кстати, мы 4-ю главу прошли, прикинь. Это уже 5-я глава, неплохо. А как называется? Никак? Ну ладно. Давайте, наверное, уже 5-ю главу оставим на следующую серию. Поэтому, ребятки, всем спасибо за просмотр. До новых встреч!